Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я вам покажу, как на устройстве Huawei YX7 Prime 2018 активировать мобильную точку доступа Wi-Fi. Для этого вам нужно перейти в настройки, затем в раздел беспроводные сети, режим модема, точка доступа Wi-Fi. Чтобы активировать точку доступа Wi-Fi, вам понадобится сим-карта с подключенной услугой интернет. У меня такой не имеется, поэтому я не смогу ее активировать, но я могу настраивать точку доступа Wi-Fi. И здесь мы можем изменить и имя, тип шифрования, пароль. И также дополнительно вы можете менять диапазон частот, трансляцию, максимальное количество подключений и автовыключение мобильной точки доступа. Через 5 минут бездействия, или же через 10, или же всегда включено. Также вы можете установить лимит данных, и также вы можете просматривать список подключенных устройств, когда они к вам подключены. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, и пока!